Благоустройство самарских дворов по программе формирования комфортной городской среды входит в завершающую стадию. У подрядных организаций остается чуть больше месяца, чтобы завершить ремонт всех площадок. В Кировском районе Самары жители уже радуются обновленным дворам. Проект благоустройства территории жильцы нескольких домов по улице Ташкентская разрабатывали вместе. Работы предстояло много, рассказывает старшая по дому Валентина Егоровна Проскрякова. Раньше на этом месте был пустырь. Люди решили взять инициативу в свои руки, подготовили все необходимые документы, подали заявку на участие. И теперь радуются комфортной зоне отдыха для детей и взрослых. У нас здесь ни лавочки не было, ничего. Вот. А сейчас, пожалуйста, будут лавочки, все у нас прекрасно. И тем более дети. Ко мне вот как старше подходили родители и говорили, когда нам сделают детскую площадку. А сейчас они благодарят, что вот мы все сделали. Двор на Ташкентской – первая территория, которую открывают после ремонта по программе формирования комфортной городской среды. Всего по этому проекту в Кировском районе Самары обновили территории возле 37 многоквартирных домов. Также 9 дворов привели в порядок по проекту губернатора содействия и 46 дворов по проекту главы города «Твой конструктор двора». Кировский район процветает, развивается. Я желаю единственным жителям беречь то, что мы вместе с ними сделали. Потому что на сегодня еще присутствуют моменты повреждения детского оборудования. Есть еще акты вандализма. Приходится потом все это восстанавливать, делать. Конечно, мы не снимаем с себя эти обязательства, но не хотелось бы тратить деньги на это, а вкладывать их, соответственно, в развитие новых территорий. Помимо ремонта дворов, в этом году в Кировском районе проходит масштабная реконструкция улицы Ташкентская. Сейчас завершается второй этап ремонта. Обновлен бульвар Металлургов, завершается ремонт улицы Победы. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».